Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. Евгения Никора в Мурманской области знают давно. Новый глава администрации областного центра рассказал читателям «Вечерки», что он думает о работе, любви и традициях. На страницах свежего номера главной городской газеты рассказ о заслуженном строителе Российской Федерации Анатолии Вольском. Чем закончилась история одного гаражного вора, совершившего 22 кражи, узнаете, прочитав «Вечерний Мурманск». Психиатры считают, что чрезмерное увлечение здоровым образом жизни – навязчивое состояние. Как на пути за здоровьем не стать инвалидом? Об этом рассказал врач Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Наталья Зорина.